Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Сетевой магазин «Планета. Одежда. Обувь» сообщает о новом поступлении товара. Для вас большой выбор весенней одежды, головных уборов, обуви. В магазине представлены более 15 тысяч моделей товаров. Куртки, джинсы, трикотажные изделия, головные уборы, обувь и многое другое. Осуществляя покупки на сумму от 1000 рублей, вы получаете скидочную карту 10%. Адрес: улица Булгакова, 2D, торговый центр «Северный», первый и второй этаж, магазин «Планета. Одежда. Обувь». Только 27 марта в Печоре травматолог-ортопед из Сыктывкара. Успейте записаться, если у вас боль в спине и суставах, сколиоз или плоскостопие, травма, готовитесь к операции или необходима внутрисуставная инъекция. Врач проводит приемы взрослых и детей с 3 лет, а также УЗИ суставов. Количество мест ограничено. Записывайтесь по телефону 30350. 29 марта ресторан «Надежда» приглашает вас на дискотеку-вечеринку «Юморина». Для вас развлекательная программа с конкурсами и призами, живое исполнение любимых хитов. Заказ столиков по телефону 748-51. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Автотрейд». Фирма «Автотрейд» реализует автозапчасти отечественных производителей: ГАЗ, ПАС, УАЗ, КАМАЗ, ЕМЗ, Урал, а также автохимия, аккумуляторы за наличный и безналичный расчет. В продаже имеются подарочные сертификаты и накопительные дисконтные карты. Вас всегда рады видеть по адресам: город Печора, улица Советская, 45, телефон 4-306, поселок Кожва, на базе Альфа-Транса, телефон 43-37. Также на базе для владельцев грузовых и легковых автомобилей работает шиномонтажная мастерская. Телефон 42-38. По данным синоптиков, завтра, 25 марта, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, снег с дождем. Ветер южно-юго-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет около 0, а завтра днем 3-5 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом форматах. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи!